Вечерочек, ты на канале Gunplay Games, и мы с тобой играем в разные игры, и сегодня мы играем в Totally Accurate Battle Simulator, или же просто TABS, ну, TABS, ты понял. И у нас с тобой важное событие. Каналу Gunplay Games исполнилось 1 год, но я по глупости забыл, что самое первое видео вышло 19 января. Но мы с тобой, как правильные люди, перенесли праздник на выходные, вот так вот, на 20 января получается. Отменим с тобой день рождения канала вот этой игрой. А твои поздравления готов принимать в комментариях. Начинаем! Так, у нас есть вступление. Ну давай с него и начнем. В целом нам нужно просто понять, как тут все работает. И что нам здесь нужно делать. Так, у нас есть дубиноносец, защитник и копьеметатель. Нам нужно вот этих вот дурачков, да, завалить? Как тут двигать камеру? Вы мне расскажете? Так, ой, это вот эти, да? Так, и у нас не так много. Давай защиту поставим. Давай вот этих. В смысле? А сколько он стоил-то? Что-то я не подрасчитал, слушай. Подожди. А, вообще ты всех убираешь? Давай их издалека будем валить. А вы их... Блин. У меня опять никого не осталось. А как вас убирать? Мне не скажешь, как можно удалить? А, вот так, легко так. Ага, вот так. Отлично. Это все, это я тебе говорю, это победа. Что это, туземцы? А, ну мы больше выбрать ничего не можем. Давай смотреть. Ну все, пошли, ребята, пошли. Нет, а почему вы должны были защищать? Они же без копий стоят. Своих не пободите, дурачки. Блять, опасно. Вы щитами лучше к ним становитесь. Они вообще, им плевать, смотри, что делают. Ой, это было близко. Он его завалил. Идет со щитом, ты смотри, что делает. Молодец. Как ты в него очень странно попал, но ты молодец. Я не знаю, как, кто ты и как тебя зовут, но благодаря тебе все выжили. Пошли дальше. Так, это... так, их теперь больше, и они все с копьями. Смотри, если они с копьями... А может, дубинами пойдем их валить? Короче, идем валим дубинами. И щитами. А, косяк. Нет, удали всех. Нам нужно их распределить... Равномерно. Так, щиты вот здесь. И дубины давай пойдут. Дубины. Вот так. И вот. Все, не хватает, да? Одна дубина там. Ладно, пошли. Что произойдет? Блин, они всех загасили. Это как так? Ну, ребят, у вас тут шансы... Вообще невелики. Ага, там никого не осталось, только наши двое дурачков. Ага. Ну чё, давайте. Давай быстрее. Они косят. Давай. Один остался, один. Давай, ну что ты ждешь? Двоих сразу. Прям. Ой, как неприятно. Может тоже взять тогда этих? Закидаем их просто палками. Тоже. У вас, наверное, так же это работает? Вы просто друг дружку кидаете? А давай вот так. Не будем разделять. У нас еще кто-то есть? Давай дубиной пойдет бить. Блин, надо было его назад поставить. Вот так. Ага, все, погнали. Слушай, отлично. Ты что, живой? Он просто в ахуе. Что происходит? О, подходи уж. Ну куда? Какой же ты косой. Давай, вот так, молодец. Он уворачивался, как Нео практически. Давайте, попадайте в них. Ля, руку тянет. В него попадайте. Чё там? Да, тут еще нужно свыкнуться с этой камерой, чтобы... Адекватно. Давай, это все, это дуэль. Это дуэль. Либо он, либо ты. Да нет. Да как так? Так, смотри, это не выход. Мы вообще далеко, я тебе говорю, не пройдем.
День рождения пройдет на одной карте. Так. И давай защищать, короче. Все, ну только так. Я больше вариантов не вижу. Да как вы их всех перебили-то? Перебили всех. Смотри, сейчас живые, смотри, живые. Что происходит? А можно нам еще кого-нибудь дать? Но это все, это дичь. Два остались. Давай. Вот так. Вот так, все. Почему вас так много? Они какие-то аватары, ты посмотри на них. Я что-то вообще не пойму. Просто с дубинами нас всех перебьют. Хотя... Слушай, хотя... Вот сюда кучу. И вот сюда не кучу. Но все равно, но все равно. Все, погнали, погнали, ребята, погнали. Охренеть. А, там все померли. Осталось трое. Это провал. Он живой. Он живой, ты посмотри, что делает. Давай, следующего, следующего. Не жди, не жди, не жди. Бей, бей, что ты пляшешь? Это кошмар. Почему это происходит? О, такой типа, что? Кого? Куда? Да вот сюда. Эх. Не, ну тут тогда щиты должны. Да щиты не помогают. Короче, вот так. Давай всех, всех, кого можем, просто понаставим. Может быть, пойти другой тактикой? Ну, это... О, нормально, нормально. Слушай, они успевают, проходят, проходят, нормально. Бейте, бейте, бейте. Давай, давай. Толкай, толкай. Затолкай, затолкай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. И не знаешь, за кем следить? Что ты с ним обнимаешься? Хватит обниматься. Вот и получил. О, с двух сторон, молодцы. Давай теперь вот этого. Вот так его, давай еще, еще, лупась. Лупи его, лупи. Никто не выжил, один выжил. Но он не справится. Это слишком, это слишком, это слишком. Ты что делаешь? Ты не человек? Давай, давай! Нормально получается, давай! Ты что, он прям в эту сунул? А я думал, прям в дырку сунул. Это было неприятно. Чего вы такие радостные? Собаки. Значит, идем вот так. Сидим, значит, мы в лесу. Даже не так, даже не так. Сидим мы вот так в лесу. Да? И вот здесь сидим мы, короче, в лесу. Ждем их в засаде. Один ждет, да? Так, ну. Ну и пусть щитом один сидит. Но он же дурачок пойдет. Смотри, смотри, выходит! А чего вы выходите-то? Они ж вас сразу за... Так, ладно, смотрим за вот этими. Тут очень опасно. Он живой. Ты своего! Ты своего, что ли? Вы что делаете, дурачки? А как вообще тут можно что-то пройти? Копья, да это невероятно. Это невероятно. Победить синюю команду. Хорошо. Я тебе говорю, сегодня день рождения придет на одной карте. Просто если все копья. Смотри, их тут 5. Их тут тоже 5. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Да. Раз, два. Все, не хватает. Значит, надо их распределить равномерно. Три сюда. Значит, три сюда. И у нас осталось 80. Где-то одного мы можем со щитом. Но это вот сюда пусть пойдет. Все, давай. Вселяйтесь в... А что вы молчали? Что вы молчали? Сейчас все порешаем. Я сейчас все сделаю! Не сделаю! Я тобой буду, я сейчас все сделаю. 3, 2, 1, нет, это все. Ага, ага. А, да! Вот так! А что ж вы не говорили, что на F нажать... Где была эта подсказка все это время? О-о-о! Так, кто там, кто там, кто там? Какой-то друид?
С камнем? Так, смотри, ну тут, тут все вообще вот так. Тут только стрелять в них. Целой вот этой оравой. Ну и одного вон там пустим. А давай, давай я вон в того, давай в того. Что я сделал, что я сделал? Куда мне? Ага, все, он не живой. Все, пошли. Пошли, пацаны, отходим. Это что вообще за... Это что за скалы? Опа, увернулся. Увернулся, не тронешь меня, не тронешь, собака. Так, да что происходит здесь? Ребята, не толкайтесь. Один, последний остался, живой. Живой, живой. Бля, вот это было больно. Это было больно. Он даже в землю вошел. Так, подожди. Тогда надо как-то так сделать. Вот так. Вот так. И одного вот так поставить. И я сразу... Давай со щитом. Что, что произошло? А, я могу вас так рассматривать. Вот это да. Вот это поворот. Слушай, красиво получается. А как вверх подняться? А вниз? А, красиво. На превьюшку пойдете? А, пацаны? А че такой маленький? Вот это вещь. И тут глаз, и там глаз. Так, начинайте. Короче, а я возьму со щитом. Ёп. А я не видел ваших лиц. Это что такое? Мне можно аккуратненько двинуться, чтобы на тебя посмотреть? Ладно. Чё, пробел? Нет, подожди. А, вот так. Все, пошли. Нет. Со щитом, со щитом. Я беру тебя, я беру тебя. Опа, опа, нормально. Ах ты собака. Ах ты, я тут, вон того. Я иду за тобой. Я бегу. Эй, сука. Подожди, я не понял, а тут можно бегать? Подожди. Мы можем спринтовать? Выиграли. Пока я тут разбирался, они уже все порешали сами. Молодцы. Ребята, это гордость. Давай смотреть. Что у нас тут? Нифига себе вот тут. Подожди. Я думал, это опять друид какой-то сидит. Лиса. Так. Значит, вас тут много. И мне нужно вас как-то всех порешить. Если ставить только... А, у меня теперь все это есть. О, пацаны. Вот так мы, короче, пробьем. Вот так мы, короче, пробьем. Вот так мы, короче, пробьем. И все, у меня больше не хватает. Давай. Давай. Че ты ждешь? О, красиво прошло. Красиво прошло. Так, а теперь я понимаю, что будет все плохо. Я взял. Не подходи. А, что? О, я выиграл? Я умер? Я старался как мог. Но у меня не получилось, зато глянь, как красиво все летят. Как же это красиво. Блин, ой, это я и так не хотел. Вот это я понимаю. Вот это искусство. Вот сейчас ему будет больно. Посмотри, как он на него смотрит. Он готовится убить. Да, у вас, ребята, тут своя атмосфера. Теперь мы проиграли. Мы просто проиграли. А все потому, что надо было сразу друида брать. Все, отправляйте, а я сразу возьму вот этого одного. Вот, отлично! Так, мне нужно быть в безопасной зоне. А я могу бегать? Слушай, он бегает. Так, я целюсь. Опа, прицелился, супер. Он до меня бежит. Сука, беги, не оглядывайся. Опа, а ты-то почему? Блядь, беги, а их много, беги. Ох, блядь, мне в почку дал. За что? Так, ладно, подожди. Это, видимо, не совсем вариант. Я вот этих тогда уберу.
Вот копье ты можешь метнуть. Ну и пусть вот эти пусть идут драться тоже тогда. Но я все равно возьму. А давай я тебя попробую взять. Обойду? Блин, а своих-то за что? Слушай, да они нормально справляются и сами. Вот это я, конечно, подбежал. Вот это я, конечно, помощник. Вот это они бы без меня не справились. Так, пойдем дальше. Ух ты. Это что? Что за сельская местность? Вы кто? Вы какая-то группа? Вы будете выступать? Один уже пляшет. Не может устоять на месте. Оп-па-па-па-па-па-па-па. Так, и кого вы нам даете? А, мы все те же? У нас только туземцы? Мамонт? Нам не хватает. Вождь? Хо-хо-хо-хо. Что ты за бородатый мужчина? Что, один на них пойдешь? А что ты делать умеешь? Не, одного я тебя не пущу, ты что? Ты же помрешь. Давай вот так тебя будем охранять. И... вот так. Ну, слушай, вообще, команда отборная. Глянь, как прет. Он просто мощный. Да нифига он не мощный. А если мы возьмем вот так? Если просто будем делать вот так? Вот так? А? Что вы на это скажете, господа? Вы прыгаете на них? За что? Гаси всех! Оп, одного скинули. Давай. Что происходит? Ничего не понятно. Дайте я одного возьму. Опа! Попал? Не попал? Эх, не попал. А кто остался? Кто-то остался. Все. Но это смерть. Да, это смерть. Один остался против всех. Эх, ты не справишься. Я, короче, понял. Я не буду на себя брать ответственность. Ну и в жопу. Они не справились, это их вина. Я не виноват. Давай друидами попробуем. Ну. Отправляй. Молодцы. Другой бей. Отлично. Че ждете? Отойди, дурак. Уйди от них. Твою мать. Все. А, мы выиграли? Мог не убегать. Все отлично. Еее. Молодец. А этот, видишь, по съебам. Эх. Что поделать? Такой он сделал себе выбор. Он так решил. Мужчины в сенах. Это что у вас? Это вы какие-то бомбы швыряете? А можно мне тоже дать каких-то таких же? А то как-то нечестно получается. Мамон! Давай! Я знаю, что мы проиграем, но денежек-то хватает? Хватает. О, да все, мамонт... А, живой? Не помер? Что у него с глазами? Что с мамонтом не так? Не, все, он уже позеленел. А давай, ты сможешь. Вон на тех иди, ты сможешь, давай. Молодец. Нет. Мы не выиграли? Или выиграли? Мы выиграли. Подожди, я синий? Я ничего-то не понял, подожди, я запутался. Ага. Кого вы там еще охраняете? А, вилы. Это все фигня. Мы сейчас с вами все порешаем. Так, мне кто нужен? Мамон. Давай отправим мамонта. Его, наверное, заколят сразу на мясо. Но мы еще друида возьмем. Я сам за него побегу. И одного с дубиной. Отличная команда. Ты осторожней. А я прям вот так достану до них? Нет, это далеко. Ну, вообще-то отлично, только на мамонта нельзя попадать. А то я убью его, а он там все решает сам. Да, вы там все порешали без меня? Слушай, да мамонт это вообще вещь получается тогда. Он прям...
Он прям прилично так прикладывает всех ребят. Да? Оп-оп-оп, куда мы вылезли? Оп-оп-оп, непонятно. Оп-оп-оп. А с дубиной завалили, видимо. Не теряем время. Смотрим, что у нас там дальше. Это что за... Добрые молодцы. Косари. Косарихи? Это кто? Это что? Алло? Мужчина? Что вы тут забыли? Подожди. Там кто-то в сене прячется? Серьезно? Блин, серьезно? А чё? А, господа, а вы ничего не попутали? Так, ребят, у нас тут засада. Это, конечно, неожиданно. Но отправляем мамонта. Стопудово. Вождя. Давай вот этого. Давай всех, короче, понаставим. Кого можно. Вот эти пусть бросают. И двух со щитом. Хотя нет. Мамонта убрал. Не то. Так, подожди. Мамонт. Давай мамонта сюда поставим. А мы уберем... Вот так, с дубиной. Да? Да. Погнали. А, как начать? Стой, подожди. Я запутался. А, все пошло. Вон они повылазили, видел? Вот так, одного, четко попал. Вот это мамонт с разбега вошел. Вот это молодец. Они на него прыгают, ты понял? Они на него прыгают. Так, а где во... Это... А ты что стоишь-то? Че ждешь? Так. Бежит на меня! Бежит на меня! Это что? Блять, вся надежда на мамонта. Давай, друг, справляйся один. А он не справится, они его сейчас закидают. Что с ним происходит? Не дойдет он до них, не дойдет. Молодец, ну ты его... А, ну, забил. Давай вот с разгона. Давай, давай, разгонись. Давай, давай, ты сможешь. Давай, ну же, ну! А, побеждена синяя. Все, я понял. Я понял, куда смотреть. Рыцари? Фермеры? Теперь у меня фермеры? Фермеры против рыцарей. Вот это поворот. Ну, маленький какой стоит. Так, подожди, если это... Пугало? Что? Что это? Какая приятная ворона. Ну, не вот эта, вон та. Давай мы вот это вот тогда. А, нам не хватает? Полурослик? А, который прыгает. Это полурослики называют? Ну давай посмотрим, что из этого вообще произойдет. А, ты ворон кидаешь? Нифига. Так, и чё? Они на тебя идут, они на тебя идут. Делай что-нибудь. Прими решение, прими решение. Что ты ждешь? Где твое решение? Так, понятно. Идем просто бандой полуросликов на них. Вот так. Они вообще сейчас познают ужас. Они просто жрут как будто. Они просто мне кажется, это была плохая идея. Максимально плохая. Я не понимаю, что они вообще делают. В чем их сила? Они липнут, что ли? Он даже с ним прыгнул. Их сейчас... Что происходит? Что вы прыгаете? Он пляшет. О, схватил его. Блин, ребят, ну это ну нечестно. Ну у вас же мечи. А давай. Нет, вот этих. Давай кидать вот этих. Косарей! Да, блять, мне опять на косаря не хватает. Да что ж ты будешь делать? Тачка. Тачка. Что это за дрифт? Что это такое? Что с твоим лицом?
Так, ладно. Мне кажется, далеко они на ней не уедут. Но тут только вот этих брать, я не вижу смысла. Тех просто порешают сразу же. Блять, своих взбил. Косаря убил. Ой, не косаря, а вилоносца. Че вы разорались? Улетел! Он улетел! Он, сука, улетел. Я умер. А вы еще все туда полетели? Вы что, все туда собрались бежать? Вы что, дурные? Так, это нехорошо. Это нехорошо. Три косаря. А? Погнали. Три косаря. Давай, коси! Коси! Красиво! Коси! Только друг друга не перекосите! Друг друга не перекоси! Какой кошмар! Давай, давай, молодец! Отлично получается, отлично, остался последний, супер! Это просто... Муа! Это невероятно было. Это что теперь у нас? Музыканты? У вас тут своя музычка? И лучники? Здрасте, приехали. Если такой поворот событий, то получается нам нужно вот так. А пугало-то нет. Короче, смотри, я буду за пугало издалека. И кто у нас остался? Ну и вот эти ребята. Пусть бегут. Пусть бегут, а я беру вот этого дружка. Так. Они на меня бегут. Они бегут на меня. А мы можем летать? Не подходите ко мне. А что произошло? А, это лук. Что? Это вы-то оттуда прям докинули до меня? Вы что-то слишком жесткие, ребят. В руку попал. Вот собака. Так, это плохая идея. Тачка. Тачка. И... Вот этот друг. И... Вот этот друг. Я не знаю, что из этого получится. Мне кажется, вообще ничего путного. Все. Тачке конец. Остался один стоять. Там он с вилами бегает, пытается что-то порешать. А, ты бросаешься в них ядом. Да тебе сейчас кранты. Все. Попали прям в ногу. Такой, эх, больно. Кошмар. Кошмар. Что же делать? Мне на двух не хватает. Тачку сразу же разбивают. Сено тоже особо не решает ничего. Ну, давай полуросликов. А, в натуре надо полуросликов. Они же прыгают, как черти. А чё вы? А, подожди, что происходит? Почему они убегают? А, они зовут с собой? Они зовут с собой? Чё вы пляшете? Лё танцует, гля... Вот это вообще молодцы. Вообще плевать, что там происходит. Вот это концерт. Вот это я понимаю, у вас тут танцы-пляски. Вот это да. Я как будто в первых рядах сижу. Класс, ребят, класс. И куда, куда, подожди, что происходит? Что? А, ты их сейчас будешь по одному? Нет, стой, куда не иди. Догоняй вот этого. Догоняй, 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 догоняй. Далеко не убежит. Возьмем все в свои руки. А ну стой, скотина. Козел, иди сюда. Умер? Живой. Блин, я за тобой туда не побегу. Вы здесь... Кто это говорит? Нет, не иди за ним. Не иди за ним. Ты потом не вылезешь. Ты потом не вылезешь. Неужели мы не пройдем? Подожди, ходи вот так, аккуратно, аккуратно. Нужно как-то так ее оставить где-то, чтобы она... О, господи, что кричишь? Что за осьминожка? Что ты делаешь? Что там за осьминожка сидит? Ладно.
А, вот я кого-то вижу. Опа, это было опасно. Это было опасно. Это было очень опасно. Да все, мы уже не выберемся. Так, подожди, а он мертвый. Он мертвый. Но там тут еще живой. А прыжок есть? Они не могут прыгать, ты прикинь. Это все. Ты не выберешься, да? Они вон, дурни, пляшут. Так, ладно, давай по-другому. Получилось неплохо, хорошо их раскидали. Но я предлагаю попробовать чисто вот этими. Чисто вот этой всей оравой пойти. Потому что это будет жопа, смотри. Или не будет. Или не будет. Да нет, вы не на того. Что? Вы накинетесь на все. За штаны схватил, смотри. Нет, давайте, наводите шороху тут, ребят, давайте. Слушай, да они вообще-то опасные какие-то. Посмотри, какие прилипчивые. Чё за куча? Чё за куча мала начинается? Ребят, да, это все. Так, так, подожди. Куда вы всей армией-то пошли? Подождите. 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 Прекратите. Так, так, подожди. Аккуратно, ля как спускается? Аккуратно спускается. Как на лифте, ты посмотри. Ну идите к ним. Чё вы? Подходи к ним. Вот так, ага, подходи. Бей, 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 бей. Что еще, пробел есть? Шу. Слышал, шу. Он еще живой? Да бейте его, ребят. Тут еще кто-то есть? Нет? Никого нет? Только вот этого все лупят. У них тут своя атмосфера была. Вот его наконец-то и зажали в уголку. Ля, чё нашел? Что? Открыта тайна шут? Чего? Я думал, это осьминожка. Необычно, необычно. На этом мы и закончим праздничный выпуск. Хочу сказать тебе большое спасибо за твою поддержку и внимание. Именно благодаря тебе этот канал существует, а я выпускаю ролики. Можешь поднять за меня бокальчик игристого, пенного или безалкогольного. Это согревает. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставь лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего